Всем привет, с вами Антон Чесин. Настало время офигительных историй. На днях мне скинули ВКонтакте небольшую такую пацанскую историю. Сказали, что если я ее прочитаю, то я стану сразу крутым реальным пацаном, ровным таким поциком, что я начну понимать жизнь, уважать всех таких вокруг, таких тех, кто ровные. Я прочитал эту историю и просто-таки охуел. Собственно, теперь я не могу вам ее не поведать, потому что, чтобы вы тоже стали реальными пацанами, как я, поэтому начнем. У одного парня звонит мобильник. Он поднимает трубку, и ему говорят: «В среду в 15:00 приходи в центр города, и мы покажем тебе, кто убил твоего отца». Он отвечает: «Хорошо», отвечает он. «Блядь, если бы мне позвонили и сказали: чувак, убили твоего батю, приезжай к нам. Вообще, откуда вы знаете мой номер?» То есть, я в шоке, блядь. И он говорит: «Хорошо». Может быть, он батю ненавидел, может быть, он просто какая-то амеба безэмоциональный этот чувак. Ну, то есть, убили родного человека, а ему срать, по сути. Ну, это херня, это только начало истории. Через 5 минут звонит девушка и говорит: «Если в среду в 15:00 ты не придешь, то никогда на меня не женишься». Парень ответил: «Хорошо». Ну, вы знаете, блядь, я тоже, мягко говоря, охуевать начинаю еще больше с этой истории, потому что бабы вообще обнаглели в последнее время, то есть им либо подай, либо иди в жопу. И тут вообще такой крайний вариант такой ситуации, то есть или приходи, или мы с тобой не поженимся. Я лучше бы ответил: «Нехорошо бы, а пошла ты в очко, грязная шалава». Вот так лучше было. Но чувак, походу, какой-то терпило, и он отвечает: «Хорошо». Через несколько часов ему звонят его друзья. Да что ж такое-то? «Братан, в передрягу попали, приезжай в центр в среду в 15:00, без тебя никак». Он ответил: «Хорошо». Ну тут еще ладно, тут как-то я еще могу понять его ответ, в принципе, чуваков выручить, знакомых так. Хотя хер они до среды ждут, до 15:00, еще какое-то совпадение странное, то есть все ему звонят в одно и то же время приходить, то есть какой-то подвох уже чувствуется, то есть сюжет этой истории меня уже заинтересовал. Да что ж такое, помоги накрутить в группу, конечно же помогу. Он спросил у своей матери, что ему делать. Ну, хотя бы мать у него живая. Три самые главные вещи в его жизни: убийца его отца, будущая жена и друзья. Убийца его отца — такая главная вещь, вообще просто охереть прям. На нем лучше женись. Мать ему отвечает: «Отца уже не вернешь, девушку еще встретишь, езжай к друзьям. Дружба — это святое». Ну прям, знаете, такое, вот тут я прям расплакался после таких слов матери, то есть дружба — это святое прям. Но тут развязка всей истории. В среду в 15:00 пришел он к своим друзьям. Отлично, почему-то он не пришел ни к убийце, ни к девушке, а к друзьям, то есть, мать, все-таки он послушался. Они вышли из машины, открыли заднюю дверь, и что же там? Там сидит его девушка в свадебном платье, открывает багажник, девушка открывает багажник, а там голова убийцы его отца. Как? Девушка убила убийцу его отца, отрезала голову и привезла на свадьбу. Блять, что это такое вообще? Это что за город такой? Silent Hill, что ли? Или я не знаю, в котором посреди города могут... Да, это центр города, видите, центр, в центре города в багажнике возят головы отрубленных людей. И последнее предложение: просто убивает. Дай бог, чтобы тебя окружали только такие друзья. Не дай бог, чтобы меня окружали сраные наркоманы и тёлки-убийцы, которые отрубают бошки. Я понимаю, он убийца, то есть убил моего отца, то есть... Ему надо сидеть в тюрьме, но не отрубать ли же ему бошку и просить его в центр города? Это ж просто ужас, короче, чуваки. Вот после этого я просто перегорел, если честно, и упал в осадок дня на два. То есть я в ахуе, короче. Дай бог, чтобы вас окружали, конечно же, наркоманы, убийцы, маньяки, педофилы, да что ж такое-то. Все, в общем-то, на этом история заканчивается. Возможно, в следующих выпусках таких охуенных своих историй я расскажу вам еще что-нибудь. Но это, мне кажется, пиздец. Всем удачи, всем пока. С вами был Антон Чейз. Вступайте в группу мою, которая будет в описании к видео. Короче, удачи вам, это пиздец.